Московском доме ученых советские и зарубежные корреспонденты собрались на пресс-конференцию. В президиуме видные ученые, и вместе с ними славный сын советского народа, первый летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин. Академик Несмеянов рассказал о том, как готовился этот беспримерный полет. Он сердечно приветствовал Юрия Гагарина и от имени Президиума Академии наук СССР вручил космонавту золотую медаль Циолковского. Отважный герой награжден ею за осуществление первого в мире космического полета на корабле-спутнике «Восток». В своем заявлении космонавт Юрий Гагарин сказал: «Я безмерно рад, что моя любимая отчизна первой в истории человечества проникла в космос. Первый самолет, первый спутник, первый космический корабль и первый полет человека в космос – вот этапы большого пути моей Родины к овладению тайнами природы. И я совершил этот полет во имя нашей Родины, во имя всего советского героического народа, во имя Коммунистической партии Советского Союза и ее Ленинского Центрального Комитета».